Anatomy of Soul празднует 14-летие. Команда родом из Новосибирска сотрудничала с Гошей Куценко и Игорем Верником. Выступала на одной сцене с Jamiroquai. Теперь у Anatomy of Soul новый состав, новые песни, новый дуэт. В общем, та же душа, но с другой анатомией. Или наоборот. Собрались 4 человека, которые сказали хватит. Размазывать сопли. Иными словами, покончить с джазом и солом. Теперь это рок. Жесткий, но сентиментальный. Все о любви, все через женщин. Как или иначе. Если это звучит как настоящая рок-музыка. А настоящий рок, считают музыканты, должен звучать только на английском. Это не ориентация на Запад, а дань традициям, объясняет лидер группы Илья Соколов. Он пишет все тексты, он единственный, кто остался из первоначального состава. Илья помнит весь путь группы. Первое выступление на школьном выпускном, переезд в Москву и сотрудничество с Гошей Куценко. Это не обычные русскоязычные тексты на такую современную музыку. И вот это меня подкупило, и это подкупило всех. Это уже прошлое. В августе группа кардинально изменила состав. Теперь это другая анатомия другой души. У нас концепции другие, у нас другие инструменты в группе, у нас появились две гитары, надо с этим что-то делать. Пока у ребят готов только один трек «Мистер Президент». Обращение от лица маленькой девочки к президентам всех стран с просьбой о мире. Недавно группа спела эту песню дуэтом со всемирно известной оперной певицей Хиблой Герзмавой. Многие сравнивают это с Меркури и Носферату Кабалье, но там никакой не группа, не Куин была, а просто Фредди Меркури. А здесь целая рок-группа вышла, как жахнула песню, такую песню, что у всех ком в горле встал. Новые вещи записывают чуть ли не каждый день. Материала уже на пару альбомов хватит. Пишем.